Не так много фильмов, которые вышли в кинопрокат без финансовой поддержки государства или спонсоров. Вот такой фильм существует. Это «Где ты, Адам?». С сентября месяца 2020 года фильм находится в кинопрокате. Размеры кинопроката зависят целиком от нас с вами. Фильм живет вашим участием, вашими репостами, вашими публикациями, вашим вниманием и заботой. 25 и 18 июля в целом ряде городов фильм будет вновь показан. Просим вас всех делиться информацией. Не ждите онлайн. Храм для кино – это кинотеатр, где все мы встречаемся на одно и то же, где происходит обмен нашими сердцами, нашими впечатлениями. Это прекрасно сегодня, когда всех загоняют в онлайн. Замечательно выходить в офлайн. Всех ждем в кинотеатре. Всем добра и здоровья.